Я держу в руках первый наш отечественный продукт, связанный с барабанной индустрией. Это палочки компании Star Stix. Я считаю, что это отличный продукт. Почему? Потому что сделан он с любовью, это однозначно. Вы видите, здесь даже наш национальный орнамент. Палочки обработаны просто фактически идеально. То есть обработка идеальная, то есть ложатся в руку замечательно. Я считаю, что мы должны все поддержать нашего производителя Star Stix, Артема Селезнева. Модели очень похожи на классические модели барабанных палочек. И фактически они ими и являются. Я уверен, что компания следит постоянно за качеством и за материалами. Но, честно говоря, мне очень нравится продукт, очень нравятся палочки. Рекомендую каждому попробовать. Это наш hornbeam, да, это граб. Это наш украинский граб. Что может быть лучше нашего украинского продукта? С нашим орнаментом украинским. Держу в руках ассортимент палочек компании Star Stix. И что тут можно сказать? Длинные палочки. Очень многие барабанщики любят длинные палочки, 5А Long. Я уверен, что было очень много запросов на 5А. Хорошо ложится в руку, достаточно качественно произведена. Обработка на высшем уровне. Отличная. Ровная. Сбалансированная. Следующая 5А, традиционная 5А модель. Очень много любителей. Я уверен, что очень много любителей 5А модели среди барабанщиков. И не напрасно, это самая удобная, наверное, модель для игры. Тоже выполнена достаточно хорошо, с любовью. 5Б. Очень небольшое различие с 5А. Все, кто играет моделями 5А, знают, что 5Б чуть-чуть больше. Для меня чуть более приятно. Я люблю играть большими палочками. 2Б. Фактически любимая модель. Большая, толстая палка. Качество тоже очень хорошее. Мне очень нравится, она влипает в руку. 2Б. Традиционные палочки для игры на ударной установке. Теперь очень интересная модель SD1. Я думаю, что очень мало кто знает, что маркировка SD означает snare drum. То есть эти палочки должны быть для игры на малом барабане. То есть это оркестровые палочки, но обычно их делают из клена. Мне очень нравится идея сделать их из граба. Они немножко тяжелее, чуть-чуть плотнее. Баланс тоже смещенный к концу. Хорошие палочки, очень хорошее качество. Я уверен, что вам понравится. Я бы хотел поблагодарить компанию Star Stix и всех, кто поддерживает эту компанию. Потому что у нас в нашей стране, это единственный, первый, наверное, единственный производитель барабанного продукта. И я уверен, что чем больше у нас будет производителей барабанного продукта, тем больше у нас будет индустрия. Поэтому я считаю, что нужно поддержать.